Композитор и дирижер Надар Чанба внес большой вклад в развитие музыкального искусства Абхазии, в том числе и абхазской народной музыки. Чанба – автор многочисленных произведений – хоровой, симфонической, инструментальной и фортепианной музыки, а также обработок древних абхазских песен и духовных песнопений. Надар Чанба работал профессором Сеульского университета Сан-Мьен. Его балеты «Пиноккио» и «Иисус» ставят в Сеуле в Национальном театре. Композитор признается, что где бы он ни выступал, он всегда ощущает сильную связь с Родиной, которая вдохновляет его на творчество. По поводу планов капеллы. Планов, естественно, как в любом творческом коллективе, конечно, много. Вот. Самое крупное мероприятие, которое намечается, это то, что с министром культуры мы обсуждали в марте 2018 года, что будет концерт памяти погибших в войне. Это будет реквием Моцарта. Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсали отметила, что Надар Чанба многие годы проработал бок о бок с капеллой и всячески поддерживал, даже будучи за пределами Абхазии. Министр выразила уверенность, что в должности директора государственной хоровой капеллы Абхазии Надар Чанба продолжит эту деятельность. У нас сложилось представление, что у Надара Викторовича появилось больше времени и обстоятельств помочь нам, в смысле вот конкретно и капелле, и вообще в целом музыкальному искусству, потому что мне, как кажется, это тот редкий случай, когда все-таки творческий человек, он выходит за границы профессиональной среды, и всегда имя Надара Чанба было связано и с культурным подвижничеством. Мы понимаем, насколько важно нам привлечь такое небольшое количество профессионалов. Их вообще везде очень мало во всем мире. Сегодня мы должны постараться дать возможность для реализации каких-то творческих задач, интересных, крупных проектов. Надар Чанба – организатор различных фестивалей хоровой и симфонической музыки. В 2007 году музыканту было присвоено звание народного артиста Абхазии. Наала Кови, Роберт Ломи, Абхазское телевидение.